три раза больше, чем предыдущий. И в самом большом районе города. В Ярославле переносят крытый скейт-парк. Раньше площадка находилась в спорткомплексе «Яр-Батут». Новое место – часть торгового центра на Ленинградском проспекте. Площадь скейт-парка – 3000 квадратных метров. Вместо прежних – 900. Площадка будет доступна для всех желающих, а также станет базой для первой в стране школы Олимпийского резерва по скейтбордингу. Сейчас идут подготовительные работы. Открыть скейт-парк планируют к 1 сентября. Мы вот воспользовались этой вот паузой с коронавирусом и смогли спокойно разобрать этот скейт-парк, да, и сейчас здесь все сделать, чтобы его сюда перенести. Здесь будет много дополнительных вещей, которые дадут заниматься там совсем маленьким. Здесь будут отдельные батуты для того, чтобы ребята могли отрабатывать прыжки.